Совсем недавно жители Татарстана сменили теплые куртки и пальто на кофты и футболки. Середина апреля выдалась аномально жаркой. Температура воздуха достигала 27 градусов, что превзошло самый высокий показатель за период весенних наблюдений 1973 года. Но теплая погода длилась недолго. Как отметили в гидрометцентре Республики Татарстан, в ближайшие дни климат значительно ухудшится. Ожидается похолодание до минусовой температуры и выпадение осадков. Сейчас среднесуточная температура должна быть порядка 11 градусов со знаком плюс. Она будет, может быть, градусов даже 5, значит, ниже этого климата. Чем это обусловлено? Обусловлено это тем, что открылась Арктика. Арктика, ну, такое есть в народе выражение «черемуха и похолодание». Вот сейчас черемуха зацвела, Арктика открылась. И, во-первых, очень низкие температуры, особенно ночные. Ночные даже могут быть отрицательными. Температура. Похолодание пришло из-за влияния циклона с северными воздушными потоками. Согласно прогнозу синоптиков, в течение 3 дней температура будет постепенно снижаться. 3 и 4 мая усилится северо-западный ветер. Его скорость может достигать 15-20 метров в секунду. Стоит ожидать и осадки. Они будут выпадать в виде кратковременных зарядов, но при этом существенно ухудшать видимость. Как раз идет, видите, арктическое вторжение. Это воздушные массы идут из Арктики, Арктика всегда холодная. И северные потоки сейчас у нас, так сказать, в атмосфере низкие температуры. И более того, поскольку здесь еще вторичный холодный фронт, то он может принести нам и осадки, а ночные осадки ожидают в смешанном виде, то есть в виде дождя и снега. В воскресенье выпадение снега маловероятно, но местами пройдет дождь. Температура будет также сниженной – от 1 до минус 4 градусов. Днем же потеплеет до 6-11 градусов. Следующая неделя обещает быть такой же переменчивой, поэтому теплую одежду пока рано убирать. И лучше всего запастись зонтами. Вот первая декада, по крайней мере, первая декада мая, она ниже климатической нормы будет градусов на 5 в среднем. В том числе и ближайшие пентады, вот эти 5 дней. И можно ожидать, так сказать, уже повышения температуры и так далее. Это уже как-то уже попозднее. Такая поговорка есть. Май холодный, год плодородный. Вот. Но отрицательная температура нежелательна. Это заморозки. Температура на почве или в воздухе ниже 0 градусов. Ниже 0 градусов. И вот этот северный заток, открытие Арктики, оно, конечно, не вечно. Оно обычно бывает такими эпизодами, пройдет вот там неделя, декады, и все. И, так сказать, на нас будет работать, допустим, Атлантика. Атлантика, она всегда теплая, она не принесет нам больших холодов. Либо, допустим, антициклон, если образуется область высокого давления, вот, в европейской части. Расстраиваться не стоит. Погода все же порадует нас ближе к середине мая. Уже 13 числа температура воздуха составит плюс 20 градусов. И по прогнозам, ниже 14 она уже не опустится. Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости.